Целый лабиринт из высоких стен, мостов и переулков. Строительство большого жилого комплекса «Солнечная система» идет полным ходом. В многоэтажках будет жить около 8 тысяч человек. Самый актуальный вопрос для будущих жильцов – инфраструктура и социальные объекты. В ближайших планах застройщика – возведение школы на 1100 мест. А вот детские сады уже практически готовы к сдаче. На территории ЖК «Солнечная система» расположена 5 корпусов, которые входят в состав 5 корпусов детских садов, которые входят в состав 7-го детского сада. Соответственно, 3 уже введены и работают, 2 встроенных-пристроенных детских сада на 60 мест каждой мощностью, то есть всего 120 мест, будут также в этом году введены и начнут работу уже в январе 2020 года. Проблемы с нехваткой детских дошкольных учреждений здесь будут отсутствовать. Особенность встроенно-пристроенных детских садов в том, что они расположены на первых этажах жилых домов. Для комфортных прогулок детям выделили и часть территории двора. Огородили забором, установили качели и оборудовали крытыми и открытыми площадками для игр.